Это моя новая летняя неделя влогов. Похоже на Чеффин с Тиньком он пьет. Привидение. Привет, меня зовут Лера, и это моя новая летняя неделя влогов. Пришли выбирать подарок, и то я просто выбираю себе очки. Ну да. Встретились мы с ней, дивовижну дівчину. In the club getting faded. I wanna leave with you. This part. З днём рождения. С днем рождения, с 15-летием, пол тридцатника. Теперь можно спокойно люблю тебя. Идти зарабатывать деньги на арабах. Как и знала. Боже мой, я буду читать и рыдать. Спасибо за это. Are you ready for the chase now? Смотрим мой влог. Почему бы нет? Ну как бы шикарно. Вот эта вот женщина хочет тебе проколоть. Без разрешения родителей. О, да, и предлагает всем, между прочим, проколоть. Thank you.
Что ты? О, господи. Видят? Да, прикольно. Все прикольно. Я бы на такое, честно, не решилась. Мне... Всем привет! Вы скучали по мне? Фраза Ульяны во всех моих глазах. Вы скучали по мне? Короче, у нас тут чипсики. Лапшичка. И что это? Мармеладки. Я похожа на Кэтрин из «Дневников вампира» благодаря вот этой вот женщине. Диванном шоу лайфхакера. Да, лайфхаки от Ульяны. Привидение люстра. Я к этому это в ТикТоке. Там, тики-там, тики-тай, там-там. Там-там-там. Итак, для того, чтобы очень легко вставить полотенце, я запихиваю. Значит так, пишем. Два конца. Ой, Ульяна. Нам нужно встать точно на ноги. Это понятно тем, у кого отложенный момент, это не практиковать, собственно. Так. Мы нашли два конца. Подъявку. Берем, значит, два конца одеяла. В таком виде пытаемся что-то разглядеть сквозь ткань. Не знаю. Я сейчас тут попробую. Итак, мы нашли два конца нашего одеяла. Вот, мы их держим. А теперь легким движением, значит, дай на легким. Day 2, day 3, day 4, a few moments later.
трясем это путь. И надеваем. Носок. My head.